уже был, собственно говоря, олимпийские призеры люди. Последняя стрельба. Отметка 7,6, Глазырина 6-я. И здесь еще Марин Буе из сборной команды Франции. Рядом совсем с нашей. Подшуфарова 9-й, минута 21 отставание. Ну что ж, боремся покуда за шестерку сильнейших. Глазырина, Подшуфарова, Романова 13-й. Глазырина тяжело, и Даша уже уехала практически. Макаранин. Подошла Вира, а сколько будет обращать внимание на приход соперницы Кайса. Махнулась, ну вот, пожалуйста, психология. Только-только подошла к началу штрафного круга на колени. Начала его проходить. Эх, Вира промахивается. И Эхо промахивается. Два пробаха у Вира. Кайса сегодня победит. Тем более, что Эхо в два пробаха тоже. Ну и это шанс для тех, кто сзади. А в данном случае три пробаха у Эхов на руку не только Валентине Семеренко, но еще и Дарье Доночевой. И вот тут как раз четыре спортсменки подходят. И в этой группе из четырех спортсменок две россиянки. Глазырина и Подшуфарова. Валентина Семеренко промах. Ну а Кайса уже на дистанции. Кайса выиграет. Француженка мажет Подшуфарова первым выстрелом. И Глазырина, увы, промахивается. Захлестнула эта гонка россиянок. Два пробуха у Подшуфаровой.